Только представьте, в среднем в год область теряет 20 человек из-за производственного травматизма. Около сотни людей получают тяжелые травмы на работе. В чем причина и как эффективно влиять на ситуацию? Концепция нулевого травматизма. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Первый заместитель начальника Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Виталий Дюндиков. Виталий Генч, добрый день. Здравствуйте. Главный технический инспектор труда Гомельского областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть. Анатолий Николаевич, и снова здравствуйте. Здравствуйте. Начальник управления по труду, занятости и социальной защите Александр Ключинский. Здравствуйте, Александр Павлович. Располагайтесь. А также общественный инспектор по охране труда открытого акционерного общества «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» Василий Громов. Здравствуйте, Василий. Травматизм на рабочих местах. Начнем со статистики в тему программы. Каким был в этом плане 2019 для нашей области? Клигенч. Ну, в целом, уровень смертельного травматизма за 2019 год у нас снизился на 9%. У нас было в 2018 году 22 случая смертельного травматизма, в 2019 стало 20. Но, к сожалению, уровень травматизма с тяжелыми последствиями у нас возрос на 19%. То есть было у нас 83 в 2018 году, а 99 стало в 2019. И тем не менее, около двух десятков человек в среднем каждый год теряет область из-за производственного травматизма. В причинах постараемся разобраться сегодня. Толь Николаевич, а если говорить по сферам жизнедеятельности, какие из них сегодня являются наиболее травмоопасными? Ну, как всегда, как было и в прошлые годы, это строительная отрасль, это сельское хозяйство, промышленность, ну и добавилось у нас еще дорожно-транспортные происшествия. Основная причина – человеческий фактор. Сегодня практически машин-убийц не осталось. Неправильные действия человека. Со стороны должностных лиц нанимателя, кто должен обеспечить безопасные условия труда, не обеспечили, забыв свои должностные обязанности. Ну и сами работники, рабочие, не выполняют инструкции по охране труда, нарушение трудовой, в том числе, дисциплины. Вот основной причины. В большинстве случаев это все-таки вина работодателя или самого работника? У нас по смертельному травматизму из 30% происходит по вине работодателя. То есть остальные по вине работника. Что касаемо тяжелого травматизма, здесь 40% по вине нанимателя, остальные по вине работника. То есть можно сказать, что 30-40% это по вине нанимателя, где есть вина, остальные... В большей степени люди сами где-то даже безответственно относятся к здоровью собственному. Да, конечно. Наверняка при проведении разбирательства, такие проходят всегда, безусловно, интересовались у тех, кто получил серьезные травмы на работе. Почему осознанно шли на нарушение техники безопасности? Ну, конечно, когда проводит инспектор расследование, задает вопрос, знал ли требования безопасности работник, это раз. Если работник говорит, да, знал, так зачем тогда ты их нарушал? И что говорят? Работники говорят разные. Ну, скажем так, некоторые сами не понимают, как они это нарушили. То есть как-то неосознанно они нарушили. Некоторые понадеялись, как говорится, на русский авось. То есть со мной это не произойдет, я быстренько сделаю и все. Получается травмы. И кто-то в погоне за рублем? Да. Некоторые для того, чтобы быстрее сделать, допустим, быстрее план выполнить, быстрее задание выполнить. То есть из-за этого идут на осознанное нарушение требований охраны труда. А какова сегодня предусмотрена ответственность? Я и про ответственность работодателя, и сотрудников. Ну, у нас на должностных лиц работодателя ответственность есть дисциплинарная, административная и уголовная. То есть, ну, к сожалению, для работника сейчас административная ответственность не предусмотрена. И сейчас будем мы вносить, когда будет рассматриваться изменение в кодекс
об административных правонарушениях предложение, то есть чтобы внести в статью 9.17 нарушение требования охраны труда, именно нарушение самими работниками, то есть можно их будет наказывать. Ну а сейчас для работника только предусмотрена дисциплинарная ответственность и уголовная в случае, если он там, ну, своими действиями причинил смерть кому-то там или увечье. И все-таки действительно нужно менять отношения самих людей. Странно, что приходится об этом говорить. Вроде бы одно из самых ценных, что мы имеем, это наше здоровье. Анатолий Николаевич, как это сделать? Может быть, проблема в том, что людям кажется, что эти проблемы и истории, про которые мы в том числе и в этой студии из года в год рассказываем, невыдуманная история, в том числе со смертельным исходом, по неосторожности и так далее. Людям кажется, что это истории из соседних стран, но точно не из соседнего двора. Ну, наверное, сам человек так устроен, что пока гром не грянет, как говорят в народе, мужик не перекрестится. Ну, я приведу городские случаи. У нас был несчастный случай на Сельмаше, где действия самого потерпевшего были признаны грубой неосторожностью. То есть, как он проявил халатность по отношению к требованиям охраны труда. Суть такова, что работник-слесарь пошел ремонтировать токарный станок, менять ремни. Он четко знал, что у него в инструкции написано, что перед ремонтом станка необходимо его обесточить, вынести предохранитель, повесить табличку «Не включать, работают люди». Ну, он понадеялся, не знаю, на что он там надеялся, посмотрел, что местное освещение на станке не горит, подумал, ну, значит, не работает. Ну, и начал его ремонтировать. В это время подходит токарь к своему рабочему месту, включает станок, станок начинает работу, и тот слесарь, который менял ремни, то есть ему получалось между шкивами, ремнями зажало руку, получил тяжелую травму. Ну, хочу привести еще не свежий пример, но пример именно с должностным лицом. У нас в 2018 году, тоже в частной организации города Гомеля, сам производитель работ, значит, он начал сваривать две металлические бочки 200-литровые. Ну, он сам производитель, но решил поработать электросварщиком. Бочки были из-под легко воспламеняющей жидкости, то есть он понимал, он знал, что бочки необходимо открыть, проветрить, промыть, только в том случае производить какие-то сварочные работы. Его этого сделано не было. Начал производить сварочные работы, одна из бочек взорвалась, в итоге и он пострадал, и пострадал еще его подчиненный работник. Это была суббота, прошлый год, об одном из хозяйств. Ну, вроде бы ситуация не предвещало ничего страшного, вроде бы, как посчитало руководство, надо было отремонтировать доильную установку. Газосварщик, электрик рядышком, ну и отказал работать сварочный аппарат, надо было удлинить или прочее. То есть, и в результате работник, электрик погиб. А когда началось специальное расследование, выяснилось, что первое, что на этом предприятии со стороны нанимателя, а должностное лицо виновное оказался сам директор, просто было все неорганизовано, как положено. Начиная, как говорится, с самого высшего эшелона руководителя предприятия, кончая должностными лицами. Вот первое виновное лицо – сам директор. Не осуществлялся контроль, халатно было отношение к инструктажам и прочее, прочее. Средства индивидуальной защиты – этому электрику выдано в полном объеме не было. Ну и второе, сам погибший, который, в общем-то, имел уже определенный стаж за 50 лет. Ну, он полностью забыл о том, что он работает в действующей электроустановке, попал под напряжение. То есть второе виновное лицо сам погибший. Это было 11 час, суббота, одна промилле алкоголя показала вот экспертиза. Тельгинч, в этом плане лихачат чаще молодые сотрудники, либо вот, как говорилось выше, люди опытные, 50+, когда я все знаю, все проходил, можно и по-другому? Ну, скажем так, работники среднего возраста, да, меньше получают травмы. Как вы правильно сказали, что либо молодой работник, который его не обучили, ни стажировку там не провели, то есть не объяснили все меры безопасности, по неопытности он получает травмы. Да? И в то же время уже когда взрослые работники, то есть он давно работает, со мной это не случится. Приведу пример, вот приезжаем мы с мобильной группой, стоит станок, циркулярка, как в народе говорят, деревообрабатывающий. Ну, стоит циркулярка, нож, нету ограждения. Уже работник под пенсию спрашиваешь, а где ограждение?
Он говорит, да я уже тут на этом станке 30 лет работаю, и со мной ничего не случилось. Вот отношение к охране труда. Некоторые из тех, кто ушел, так тоже говорили. Да. Мне подсказывают, есть дополнение в тему разговора. Предлагаю выслушать. Главный технический инспектор труда Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Поздняков Сергей Петрович. Что хотелось добавить по этому поводу, поделиться, высказать свое мнение. Прежде всего, считаю, учитывая то, что, как было сказано раньше, и то, что в нашей отрасли то же самое, две трети несчастных случаев происходит по вине самих работников, по вине самих потерпевших. Считаю, что все-таки необходимо ужесточить законодательную базу к нарушителям требований безопасности, так как человека обучили, провели инструктаж, обеспечили всем необходимым. Только в этом случае, конечно, и он должен отвечать полной мерой за свои поступки. Финансовая составляющая, считаю, немаловажной. Если предприятие работает с прибылью, если есть финансы у руководителя предприятия, то, конечно, он может больше направить денег на мероприятия по охране труда, на исключение рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, на модернизацию производства. Ведь зачастую, как мы знаем, что затраты на охрану труда ложатся на себестоимость продукции, в этом случае руководитель предприятия может иногда на чем-то сэкономить, на той же спецодежде, на том же оборудовании, зачастую в ущерб качеству этой спецодежды. Но это все приводит иногда к неблагоприятным исходам. Ведь та же спецодежда, что греха таить, в исключительных случаях не помогает при травматизме, а только усугубляет положение. Были и такие моменты. И, конечно, скажу, что заработная плата, в данном случае, если предприятие работает с прибылью, благополучное предприятие в финансовом отношении, если заработная плата у работника достойная, скажем так, то он будет дорожить своим рабочим местом, своей работой и будет выполнять все те указания, которые к нему предъявляются его руководителем. И, конечно, на каждом предприятии, считаю, надо повышать статус специалиста по охране труда, потому что это основной координатор действий, направленных на безопасность труда на данном предприятии. Последнее, что хочу сказать, это микроклимат в коллективе. Ведь от отношения соседей, коллег, нарушителя потенциального зависит то, как он будет реагировать в следующий раз, нарушать или не нарушать. Если его укрывают, скажем так, не придают огласки нарушения какое-то, то он будет и дальше продолжать. Если атмосфера нетерпимости, критики в его адрес, то в следующий раз он подумает, работник, что нарушать не стоит, потому что он подводит своих товарищей по цеху, по бригаде, по станку и так далее. С таким инспектором труда, я понимаю, ваша отрасль может быть спокойна, безопасность на высшем уровне. Я на это надеюсь. Главный специалист по охране труда Гомельского областного союза потребительских обществ Петр Александрович Кузьменков. Я хотел бы начать с чего? Первое, что несчастный случай не предопределен судьбой. А он, соответственно, складывается из всех причин, которые привели к этому. Поэтому хотелось бы, что прежде чем этот несчастный случай произошел, должны работать по направлениям. Это руководитель, служба охраны труда, профсоюз через общественного инспектора. Это три единых это руководителя, которые направляют, естественно, работу на, соответственно, на работника. И все-таки ответственность каждого за свое здоровье, потому что мы часто говорим, вот ответственность руководителя. И в том числе и работников, в первую очередь, порой уже отмечалось, вышестоящие выступающие отмечали, что от работника зависит очень много. Это сам, как я практика знаю, порой даже зависит гораздо больше, чем от руководителя и от службы охраны труда зависит гораздо больше от работника, как он выполняет те или иные инструкции, тот или иной инструктаж, с которым был им проведен. Вот сейчас только ездил, как говорится, разбирался по некоторым вопросам, как говорится, слава богу, все, вопрос решен положительно, как говорится, все это. То есть нету производственного случая, если так касаться, как говорится. Не наказать, а упредить. Уже который год раз в неделю городская мобильная группа отправляется на предприятие Гомель. Александр Павлович, давайте вспоминать, с чего начиналась эта практика, более 10 лет опыта. Ну, во-первых, это было принято решение городским исполнительным комитетом. Значит, опыта в республике нигде не было. Будем считать, что мы были первыми. Второй вопрос, что своевременно были подобраны очень ответственно, на мой взгляд,
инициативные и боеспособные специалисты, куда входили, а это были разные отрасли. Вот и началась работа. Кто входит традиционно в эту комиссию? Вы обратили внимание, что обязательно принимает участие департамент государственной инспекции труда, профсоюзы регулярно принимают участие, депутатский корпус не обходится, общественность, ну и специалисты различные, начиная от МЧС, заканчивая органом внутренних дел, энергонадзором, ну, различные направления. То есть весь идет охват. Что сегодня может говорить об эффективности той деятельности, которая была заложена 10 лет назад? Ну, я так понимаю, и проблем уже тех, которые были 10 лет назад, сложно найти. Хотя они по-прежнему встречаются, но уже в меньшей степени. Ну, об эффективности не нам судить. Я приведу только вам конкретные примеры. Когда начинала работать мобильная группа, в городе было 40 и более случаев тяжелого травматизма, 10 и более смертельных случаев. Сегодня мы имеем, то, что имеем, ну, даже в прошлом году меньше 20 было случаев производственного травматизма, и в пределах 3, максимум 4 человек, которые погибли, к сожалению, погибли на производстве. Значит, имели 90%, была вина нанимателя, а 10 случаев, которые происходили, вот представьте себе, 40 как и более. Как условия подтянулись, да, в да. которых работают. Поэтому об эффективности не нам судить, а судить тем людям, которые со стороны. Но вот такие результаты. По какому алгоритму, чтобы зрителям было более понятно, работает мобильная группа, на что в первую очередь настраивается всех специалистов? Во-первых, вы должны понимать, что это анализ. Анализ идет за полугодие, за квартал, за полугодие, за 9 месяцев. И, исходя из этого, проводится мониторинг. Поэтому год закончился, обратно подводятся итоги, намечаются цели для того, чтобы упредить все это и, уменьшить количество пострадавших. Все люди, которые ушли на работу, они должны вернуться домой. Дисциплина труда, производственные процессы, от них никуда идешь. Поэтому самая основная цель – это выполнение директивы президента нашей страны номер 1. Значит, все рассматриваются вопросы для того, что будет дисциплина производственная, будет технологическая, будут соблюдены все условия охраны труда. Охрана труда – тема не новая, но, безусловно, важная и актуальная. Сегодня статистика, о которой говорили, этому подтверждение. Какие болевые точки стоит выделить, исходя из анализа работы за последние несколько лет на предприятиях города? Первое, что мы должны обратить внимание на это, на прохождение медицинских осмотров. Состояние здоровья. Еще раз повторяем, люди, которые ушли из дома на работу, должны вернуться. То есть, придя на производство, они должны пройти предсменный медицинский осмотр. Значит, врач, который работает на предприятии, убедится, что эти люди в состоянии выполнять. Если есть какие-то замечания, он должен немедленно отреагировать. Если это возможно на производстве, в здравпункте исправить. Если нет, отправить на поликлинику или прохождение. Второй вопрос – это повышение роли. Вы обратили внимание, снижение до 40-30% вот в этих пределах, что вины только вина нанимателей, а 60% виновных, значит, работа непосредственно с людьми. Непосредственно с людьми. Если высшую, то есть руководство и главных специалистов здесь вопрос наладили, сейчас нужно налаживать вопрос непосредственно каждого человека. Вплоть до того, что до семьи надо доходить, как бы это банально не звучало, но ваш муж нарушает. Да. Примите или меры. Жена, да. Или жена. Слава Богу, что женщины меньше страдают, значит, они более ответственно относятся, значит, они чувствуют вины. Ну и вы обратили внимание, что говорил Анатолий Николаевич, Виталий Евгеньевич, такую же ответственность должны чувствовать мужья. И, к сожалению, 46 лет средний возраст пострадавших. Поэтому тоже повод задуматься, да, в том числе каждого, кто сегодня смотрит программу. Совершенно верно, чтобы все-таки мужья думали, что их дома ждут дети, внуки и жены. Не только за себя, но и за свою семью ответственность. Безусловно. Свою мониторинговую работу уже традиционно ведет и профсоюзное движение. Как понимаю, отличается она еще и тем, что носит в том числе методический характер. Особенно это, наверное, полезно в регионах. Вы знаете, когда в 2015 году Федерация профсоюзов приняла решение об организации работы наших рейдовых групп, у нас называются рейдовые группы, мы, например, с коллегами в области задумались, прежде всего, чтобы мы не дублировали работу мобильных групп. То есть определенный уклон на профилактику. Я бы сказал, на аудит. Поэтому у нас четко запланировано каждый месяц выезд в два региона, в два района.
Выезжает группа технических инспекторов из 5 человек, не менее. Вот. Мы посещаем не менее 10 организаций. И наша задача посмотреть глубже, как работает система управления работы по охране труда. Если видим, что если слабый специалист по охране труда, но только взяли на работу, молодой, мы оказываем ему помощь. У каждого из моих коллег в кармане есть флешка, на которой в размере 0,5 гигабайта есть вся охрана труда Республики Беларусь. Пожалуйста, в компьютере вся нормативка, все образцы нормативных, локальных нормативных документов, как делать приказы, инструкции, разработка. Все мы раздаем при посещении предприятий. Плюс еще у нас обязательно наш рейд заканчивается своего рода семинаром, инструктажами. То есть мы собираем где-то в райисполкоме зал как можно больше людей. Там, прежде всего, конечно, специалисты по охране труда, инженеры и руководители даже бывают, общественные инспекторы, председатель правкомов. Мы рассказываем о тех недостатках, которые выявила наша рейдовая группа, изменения в законодательстве, то есть максимум. То есть это общаюсь. И анализ, и полезная информация. Да, и вот это потом, естественно, записка со всеми результатами и предложениями попадает на стол руководителя района и на райисполкоме или малом, или расширенном рассматриваются итоги, принимается соответствующее решение. Это работа уже системная. Как очень положительно, особенно последний вот год, непосредственно с районов за подписью руководителя района или заместителя в адрес областного объединения приходит просьба именно провести вот такой аудит непосредственно на предприятиях, ну, там, где слабый специалист по охране труда. И это уже дорогого стоит. Это, как говорят, видят эту работу, пользу. Не просто мы что-то нашли, выявили нарушения, но главное, помогли, рассказали. Дорогого стоит. Эта тенденция относится и к вашим коллегам, ведь сегодня, несмотря на то, что департамент и его сотрудники выполняют все-таки контрольную функцию, все чаще руководители сами выходят с инициативой провести тот самый аудит для того, чтобы выявить возможные тонкие места. Ну, конечно, основная функция департамента госинспекции труда – это осуществление надзора за соблюдением законодательства об охране труда, то есть это выявление и пресечение нарушений. Так у нас есть надзорная функция, это проведение выборочных проверок, внеплановых, да, когда выдается требование, предписание, которое обязательно к исполнению. Должностные лица привлекаются к административной ответственности за выявленное нарушение. Но и сейчас уже у нас, как говорил и глава государства, то есть уровень надзорных, то есть жестких таких контроль этих мероприятий, он снижается. Больше переходим на профилактику производственного травматизма, нарушения охраны труда. То есть это проведение мониторингов, когда мы пишем письмо на предприятие, что давайте мы проведем у вас мониторинг. Они соглашаются, мы проводим. И такая же форма – это проверка по заявлению проверяемого субъекта, то есть действие на профилактику. То есть работодатель понимает, что может у него что-то не так с охраной труда на предприятии, он сам по его инициативе обращается в структурное подразделение департамента с просьбой провести у него обследование. Я знаю, особенно это актуально для малого и среднего бизнеса. Для малого и среднего, да. Но провести обследование, то есть выявить, какие у него есть недочеты, в особенно малом бизнесе там же нет инженеров по охране труда, да. Поэтому и уже выдаются рекомендации без всяких штрафных санкций, которые конкретно, четко уже написано, что необходимо ему выполнить, какие нормативные документы исполнить, чтобы привести охрану труда в соответствие. И, к примеру, скажу, что если раньше было проверок больше, чем вот сейчас обследований, то сейчас у нас за 2019 год мы провели всего 53 выборочных проверки, а по заявлению проверяемого субъекта провели 350 проверок, ну вот обследований, да, и 200 мониторингов. То есть больше направлена деятельность именно вот на профилактику нарушений, чтобы не допустить производственный травматизм.
И действительно, не все и не всегда может заметить сам руководитель. А здесь не обойтись без активной позиции каждого члена коллектива. Мысль хорошая, Александр Павлович, но почему так часто далека от жизни? К сожалению, жизнь, она реальность такова, что она требует постоянного обучения, постоянного движения вперед. Потому что вы обратили внимание, сколько только выходит документов, и над этим надо работать. А если только человек останавливается, она, значит, тормозится. Второй вопрос. Нужно всем нам поменять отношения, неравнодушие. Ну, неужели вы думаете, что коллега, который рядом находится, не видит, что человек нарушает вопросы охраны труда? Или, не дай бог, никто не видит, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения? Почему мы видим жену или мужа, который, там, извините, в состоянии 0,3 или 0,5 выпивший, а коллегу не видим с единицей, двойкой, бывает и значительно выше. И никто не замечает. В то же время, когда делается анализ, то десятки человек контактировали с этим человеком, никто не обратил внимания. Поэтому нужно чувствовать, что это такой, как это как близкий родственник. Что беда может любого коснуться. Не только потому, что он пострадает, но он может так сделать, что пострадает значительно большое количество людей. Василий Васильевич, подключайтесь к разговору. Ваш опыт будет интересен как раз в тему обсуждения. Расскажите, как давно на своем предприятии, помимо должностных обязанностей, вы получили новую общественную нагрузку? Я работаю инспектором уже порядка 7 лет. Вот, меня избрал коллектив, оказал доверие в этом плане. Ну, вот я веду эту работу, занимаюсь общественным контролем, состоянием охраны труда. Что входит в эту работу? Это действительно серьезная нагрузка или все-таки достаточно несложно, выполняя свои основные функции, заниматься этой деятельностью? Эта нагрузка серьезная, скажем так. Поскольку я работаю заместителем главного технолога, я постоянно на предприятии, на всех участках. Я вижу, как работают люди, я обращаю внимание, наблюдаю, если есть нарушения в работе людей. Я, конечно же, по своей работе и нахожу время, чтобы и подсказать, и где-то сделать замечание, где-то, может быть, даже отдернуть человека. Поэтому как бы в этом плане сложно, но время находится, безусловно. Поскольку позиция не безразлична моя к работе, поэтому в этом плане я работаю ответственно. А вот интересно, как поменялось отношение коллег после того, как вы стали общественным инспектором? Доверительные отношения не ушли? По-разному. Коллеги по-разному отнеслись. Большинство людей, конечно, коллеги положительно отнеслись, с пониманием. Они меня все-таки выбрали общественным инспектором, значит, доверяют мне. Ну, были, конечно, среди среднего звена люди, которые скептически относились к этому поначалу. Наверное, все-таки слово «инспектор» как-то режет слух людям, может быть. Но со временем в процессе работы работали, видели, что работа ведется, общественный контроль, общественная, скажем так, нагрузка, которая дает результат в работе, и меняет ситуацию к лучшему. В целом, конечно, отношение положительное и, скажем так. Говоря о теме программы, сегодня мы весь этот эфир говорим о том, как работать с производственным травматизмом, как влиять на статистику. Вот на ваш взгляд, чего не хватает, чтобы эта работа была еще более эффективной? Чего не хватает? Ну, все-таки активные позиции общественных инспекторов, безусловно. Порой пускается что-то, не видится что-то. Обучение, безусловно, и общественных инспекторов. Допустим, у нас на предприятии общественные инспектора проходят обучение на базе МИЦО. И на базе предприятия мы обучаем своих инспекторов с участием главного технического инспектора по охране труда. Ну и, наверное, механизм какой-то взаимодействия между нанимателем и трудовым коллективом, чтобы было и поощрение за без травматизма работа, и наказание за нарушение охраны труда. Действительно, верная мысль, которая хороший повод для разговора. Мы понимаем, что общественный инспектор – это все-таки волонтер. Как сделать так, чтобы его работа была по-настоящему с отдачей, эффективной? Как стимулировать руководителю таких помощников? Никак иначе их не назвать. У нас в городе, в всех коллективных договорах, во всех, без исключения, общественные инспекторы труда при заключении коллективных договоров уже имеется поощрение. Поэтому практически, если вот так быстро проанализировать, нет той организации, которая бы за выполненную работу не поощряла тем или иным
то ли отпусками, то ли материально, но так, чтобы общественный инспектор работал, ничего не получал, в городе таких предприятий нет. И организации учреждений. И в области, я так полагаю, тоже или все-таки есть вопросы? Это совместная работа нами, департаментов и профсоюзов, и проведя мониторинг на любом из предприятий, обязательно представители профсоюзных органов, значит, наше областное объединение смотрит на этот вопрос, упустило или не упустило. Но более того, они регистрацию проходят в нашем управлении, и специалист, который отвечает за этот вопрос, обращает внимание. В конце июня вступает в силу обновленный закон об охране труда. Какие основные новеллы будут действительно интересны зрителю? Буквально тезисно. Ну, во-первых, третья уже эта редакция закона об охране труда обсуждалась, согласовывалась с профсоюзами. Вот. Основные новеллы, то, что там уже четко прописано, что именно повысилась роль системы управления охраной труда, как на уровне предприятия, отрасли, так и на уровне региона. Второе, были вопросы раньше о обязательных медицинского оплаты за обязательные медицинские осмотры. Вот. Были даже и нюансы некоторые, и жалобы, когда человек поступает на работу, а наниматель отказывается компенсировать его личные расходы, когда он прошел медосмотр за свои деньги при поступлении. Сегодня это четко записано в законе, что при поступлении на работу наниматели эти расходы компенсируют. Трудовой кодекс у нас же поменялся, и появились, в общем-то, уже расширены понятия надомных работников и домашних работников. Поэтому новые две статьи вошли в закон об охране труда. Поясните буквально тезис. Ну, что такое надомный работник? Это когда наниматель нанял работника и разрешил ему работать на дому. То ли на оборудовании своем, то ли в основном на том оборудовании, которое наниматель ему предоставил. Естественно, со стороны нанимателя он обеспечить должен безопасные условия труда. Вот. А работник должен, естественно, выполнять требования охраны труда. А домашний работник – это когда, в общем-то, гражданин через договор домашнего работника, будем говорить по-простому, нанял. Ну, по-простому это, если говорить обиходным таким сленгом, няня. Вот. Гражданин нанял няню, чтобы она ухаживала за детьми. И самое, что хорошо, что сегодня все категории работников, будь то надомный работник или вот домашний, он в основном, они застрахованы от несчастных случаев на производстве. Гражданин, наниматель, работодатель обязан оплачивать обязательное страхование, производить Белгострах. Поэтому, если, не дай бог, какой-то несчастный случай, этот человек застрахован от несчастных случаев на производстве. И еще интересная тема для разговора. Не так давно Беларусь присоединилась к глобальной программе «Концепция нулевого травматизма». Толя Евгеньевич, расскажите об этом. Ну, концепция нулевого травматизма, основная цель ее – это осознанное вовлечение всех участников производственного процесса, начиная от руководителей, заканчивая работником, направлены на то, чтобы предотвратить любые случаи производственного травматизма, несчастные случаи на производстве. Я попрошу сейчас режиссера вывести 7 золотых правил, которые предлагает концепция к реализации. Давайте смотреть и комментировать. Ну, первое правило – это, конечно, лидерство. То есть оно гласит о чем? То, что все работники смотрят на своего руководителя. Если руководитель... Ну, не только организации, но и руководитель структурных подразделений, значит, руководитель среднего звена, они болеют за охрану труда, то есть влаживают средства в охрану труда, обеспечивают рабочие места, то есть работник видит, что о них заботятся, и он будет пример брать со своего руководителя. Второе правило – это выявление каких-то рисков, то есть на каждом рабочем месте существуют определенные риски травмирования работников, поэтому цель правила это такова, что работодатель должен выявить, какие непосредственно риски на каждом рабочем месте присутствуют у работника. Или самостоятельно, или при помощи специалистов, да, сторонних. И какие-то выработать меры, чтобы данные риски снизить, ну, то есть, или вообще исключить. Значит, третье – это система
управления охраны труда, скажем, на каждом предприятии должна быть система. Ну, есть система, но она не должна лежать на полке, как говорится, и пылиться. Она должна работать, постоянно совершенствоваться. То есть, если высокоорганизованная система на предприятии работает, то предприятие будет меньше сбоев, меньше исправности оборудования, меньше простоев, будет качественно выпускаться продукция. Четвертое – это построить безопасную систему гигиены охраны труда, то есть создать безопасные условия труда на всех рабочих местах. Пятое – это сделать рабочее место вторым домом, то есть наниматель обязан создать условия, чтобы работник чувствовал себя комфортно на рабочем месте, то есть у него было исправное оборудование, микроклимат и так далее. Когда работник приходит на работу и чувствует себя как дома и исправно трудится. Значит, повышать профессиональные навыки работников. Прогресс технически не стоит на месте. Поэтому появляется новое оборудование, новые линии. То есть требуются высококвалифицированные работники. Поэтому нельзя, ну скажем так, нанимателю нужно вкладывать деньги в то, чтобы работник повышал свою квалификацию, повышал свои профессиональные навыки и совершенствовался по своей профессии. Это тоже влияет на безопасность. И седьмой пункт? И седьмой пункт, это ориентирование на внутренние ресурсы. Это, конечно, работодатель должен вовлекать работника в охрану труда. То есть, ну, например, советоваться с ним, когда при разработке рисков, да, при разработке инструкции по охране труда, то есть спрашивать вот в твоем, ну, то есть у работника есть какой-то опыт, он может знать какие-то меры безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы работник не страдал. То есть когда работник вовлекается в эту сферу, он уже сам автоматически меньше нарушает требования охраны труда. На мой взгляд, по каждому из этих пунктов на большинстве предприятий работа достаточно неплохо ведется. Ну, конечно, это не повод опустить руки и двигаться дальше. Развиваться нужно постоянно. Сегодня на протяжении эфира мы с вами говорили о том, как сделать право на труд еще и безопасным для каждого без исключения. Прямо сейчас у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Василий Васильевич. Чтобы люди заботились о себе, здоровыми приходили на работу, здоровыми уходили с нее. Александр Павлович. Безусловно, нужно улаживать деньги, создавать условия труда. Мелочей в этой работе нет. Поэтому я надеюсь, что данная работа будет продолжена и условия будут создаваться для всех жителей города Гомеля. Толь Николаевич. Ну, если каждый будет выполнять свои обязанности, наверное, мы все-таки придем к нулевому травматизму. Толь Генч. Ну, я хочу больше отметить, конечно, чтобы, как уже здесь говорилось, чтобы изменить мировоззрение работника, чтобы он, уходя на работу, понимал, то есть он приходит на работу и не только о работе думал, но он думал также о своих обязанностях соблюдать охрану труда, то есть помнил, что дома его ждут близкие, то есть если он будет нарушать охрану труда, то это может привести к каким-то печальным последствиям. Ответственность и за себя, и за свою работу, и за свою семью. Правильно, да. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи.